Всем привет! С вами Юлия. У меня канал о здоровье, о продуктах, которые помогают восстанавливать здоровье, красоту и молодость. Сегодня я расскажу вам о проблеме, о своей личной проблеме, с которой я столкнулась 9 лет назад. Я знаю, что многие из вас, из вашего окружения сталкиваются с этой проблемой. Это проблема выпадения волос. На самом деле причины могут быть разные. В последние 2 года нас атаковал вирус, но это одна из причин. А у меня было совершенно другое. Я это обнаружила во время второй беременности, а вернее после родов. Каждое мытье головы приводило меня в ужас и шок. Я просто клочками, кусками вытаскивала из головы волосы. Честно говоря, я очень сильно боялась, что просто облысею в один прекрасный момент. Вернее, не прекрасный. Мне и стыдно, и смешно было заплетать косичку, потому что у меня она была похожа на крысиный хвостик. И что же я сделала? Как вы думаете? Да ничего. Если вы также столкнулись с подобной проблемой и ничего не делали, поставьте мне, пожалуйста, лайк, поддержите меня. Я не делала ничего только потому, что я не привыкла следить за своим здоровьем и сразу же идти, сдавать анализы, разбираться в причине случившегося. Все внимание у меня переключилось на ребенка. Так прошло примерно 7 лет, и я потеряла где-то 2/3 объема своих волос от изначального. В апреле 2020 года, как раз в момент, когда всех ограничили, я, слава богу, познакомилась с одной компанией, продукты которой восстанавливали здоровье на клеточном уровне. И вот только благодаря этим продуктам я смогла остановить свой волосыпад. Ну, если это так можно сказать, да, если есть вообще такое слово. И был один продукт, благодаря которому я заметила, что у меня наконец-то начали расти новые волосы. Было очень много мелких волосиков появлялось. Но, к сожалению, с февраля 2022 года его сняли с производства из-за брака в упаковке. Так что ждем возвращения этого продукта волшебного. Тем временем, с мая этого года, я решила подключить еще одну серию продуктов и теперь стала пользоваться шампунем с красным перцем, который стимулирует рост волос. Также я подключаю комплекс витаминов. Положительная динамика на лицо, и я обязательно буду делиться с вами новостями, рассказывать о том, как же у меня идет восстановление моих волос. Если вам интересно, то подписывайтесь и следите за моими видео. Также, если вы хотите, чтобы я вам рассказывала о каких-то конкретных продуктах, которые мне помогают, пишите мне обязательно об этом в комментарии, и я буду снимать для вас небольшие коротенькие ролики, обзоры по продуктам. Желаю вам всем здоровья, красивых, сильных, роскошных, шелковистых волос. Всем пока!